может быть, у кого-то девочки или кто-то девочки занимается синхронным плаванием, или папа. Ну, вот она сейчас, к сожалению, бросила, сейчас 8 лет, но тренеры ее зовут обратно, вот сколько раз я уже встречалась. Обратно. Но она не хочет, она уже поняла, что это такой тренинг вообще огромный. Что сейчас может она ее, как вы рассказывали, сначала-то она просто некуда было деваться и ходила, но, честно говоря, я просто вот каждый день что-нибудь покупала, что-нибудь как-то это, и, ну, чем-то я ее вот поощряла. Потом она втянулась, и ей все это очень нравилось. Сейчас уже лень. Лень, но все равно спрашивают девочки, мы видим, она так... Она мне. Я хотела просто подарить зажим, может быть, урок, если занимается кто-то синхронным плаванием, ну, может быть, Паша, внучка захочет... Но возвращаться 8 лет это не поздно. Вот, возьмите, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Нет, тем более. Нет, они себя согласны, что из ваших рук. Передайте, и может быть она захочет вернуться и. Ну или просто. Такого у нас не было. Вот теперь будем. Покажи, что такое. Зажим у нас. Да, они достаточно хорошо закрывают. А вот они себя. А на самом деле, вот это вот то, что зажим, вот потом как-то влияет на ухо, горло, нос. Глаза не становятся. Вот у нее кого-то нет? Не знаю, нет. Ну вот у нее же все нормально. Правильно. А вдох убрали ртом, да? Да, только ртом. Ну, если, например, бывало, что зажимы собьют, то уже можешь, в принципе, и подышать носом. Но, естественно, тебе нужно уходить под воду. Проблемы. И проблемы. У нас были случаи, когда одна девочка другой, ну, идет программа и кричит: зажим! Зажим, потому что она без зажима. А у всех девочек всегда есть запасной где-то либо здесь в купальнике, либо здесь, либо на пальце есть запасной зажим. Но, видимо, у нее не было, либо он выпал, и она кричит: зажим. И у нас так перестроение, как бы она здесь, допустим, в этом углу, а другая девочка там. И вот ей передавали зажим. Я не знаю, я в этом не участвовала. Я знаю, что такой случай был. Ей вот так вот передали зажим, она надела зажим. Был случай, когда проходит связка под водой, и девочки зацепляются купальником. Вот у нее здесь зажим запасной, и они зацепили, а у них связка, вот они вот так вот прям плотно спинами стоят друг друга, и зацепляют зажим, и, допустим, мой зацепил другую девочку за купальник, и они сцеплены. И все, а нужно же дальше все расходиться, разбивать пару, и рассказывали, что прям все прям выдирали, прям думали, что сейчас, если нет, будут рвать купальник и продолжать дальше. Но, слава богу, все. Вроде обошлось. Да. Что вы тут делаете, Старик? Спасибо. Большое спасибо. Да, всем сегодня очень интересно. Очень, конечно, приятно, все мало. Я думаю, мы еще обязательно встретимся, да? По вашему желанию, Лариса. Во-первых, хотела вручить благодарность за фестиваль, который проходил. Счастлив, спасибо за приглашение, для меня это очень большая честь. Это от мэрии, в общем, такая благодарность очень полезная, тоже в вашей работе тоже будет бонус. Спасибо, потому что спасибо. Благодарен тому, что вы замечательный спортсмен, малыш, и еще... Малыш, ну и ваша вот эта сборная, Рахмет Ялсен. Аллах Ялсен, вот по этим песням, учитель, мы с вами будем заниматься, и диск в Изберге. Спасибо большое.